Полицейские Одесского района расследуют обстоятельства смерти 38-летнего одессита. Без вести пропавшего мужчину разыскивали в течение 3 дней 7 ноября. 9 ноября его тело без насильственной смерти обнаружили на дне реки Днестр. Полицейским об исчезновении мужчины сообщили знакомые, с которыми он отдыхал у села Маяки. Кроме работников сектора водной полиции Одесского районного отдела полиции номер 2 и спасателей, к поискам подключились местные жители со специальным оборудованием для исследования рельефа дна. Разыскали одессита неподалеку от места отдыха. Ну, обратился начальник водной полиции Ежица Сергей Владимирович. По содействию, у меня стоит аппаратура на катере, структур-сканер. Потому что сканирует, но попросил, чтобы я в поисках поучаствовал. И мы структурником обнаружили тело в районе Вильхи. Водолазам дали точку, они опустились и подняли тело. В рамках досудебного расследования, начатого по статье 115 «Убийство» Уголовного кодекса Украины, тело умершего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.